Всем привет! Сегодня вы увидите одну из молодых и очаровательных учительниц России, Юлию Дмитриеву. Девушка родилась в Иваново, городе невест. Юля – выпускница Ивановского государственного химико-технологического университета. После получения диплома работала секретаршей. Но творческие порывы нужно было как-то реализовывать. Поэтому вместо работы на текстильных фабриках в ее поле зрения попала школа, куда Юлия Викторовна устроилась с руководителем местного театрального драм-кружка. Другое хобби девушки – отдых в местах массового скопления и загрузка фоток оттуда в Инстаграм и ВК. Ну а на этом у меня все. Кому понравилась Юлия Дмитриева, ставьте палец вверх и оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!